В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 20 медработников, об этом также сообщили в Минздраве. По его данным, в Бишкеке и в Чуйской области зарегистрировали по 2 случая, в Аши и в Джалабадской области по 6, в Ошской 3, в Талаской 1 случай. За сутки с выздоровлением из стационара выписаны 2 медработника, из домашней изоляции 4. Всего число медработников с диагнозом COVID-19 составляет 4906, из которых выздоровели 4680 медработников.